Всем ку-ку-сяндр, дорогие друзья! С вами снова Донни, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5. Это шоу «Эксперименты». Здорово, ребятки! Итак, ребята, сегодня у нас эксперименты с прыжком через объекты, друзья. И да, сегодня у нас есть больше 100 НЛО. Просто посмотрите на это. Их, ребята, очень много. Да, они еще прогружаются, потому что их реально очень много. И, ребята, сегодня мы должны будем это все дело перепрыгнуть. Итак, ребята, вкратце правила. Прямо сейчас мы с Юрцом будем спавнить тачки, прыгать с трамплина. И в каждом раунде, кто будет улетать дальше, будет как бы зарабатывать 1 балл. Поэтому, Юрец, мы с тобой с самого начала делаем по одной тачке в каждом раунде. Победивший имеет право сделать себе 3 машины, проигравший лишь 2. Поэтому у тебя хорошая машина первая, а у меня вот такая. А у меня вот такая непонятная машина. Серьезно, это вообще Citroёn какая-то, еще арабская какая-то. Это иранская даже. Будет интересно, на 4 мы с тобой стартуем, используем 2 нитро. Раз, два, три, гоу. Разгоняемся и с трамплина полетели. Ты где? Ема, ты полетел, серьезно? Ну это летающий Бентли, да. Да, там машину, короче, потом фризь около того места, где ты упадешь. А я прямо прилетел в тарелку летающую и зафрижил машину вот здесь. То есть ты хочешь мне сказать, что в первом раунде почти все перелетел? Сейчас серьезно? Да ну, а нет, там еще дальше. Что-то здесь нету тарелок больше. Да, их нету, да, реально. Блин, одной тебе не хватило в первом же раунде. Там офигенный экстрабал, сейчас серьезно. Обалдеть, сердцу, конечно, повезло в первом же раунде. Ладненько, идем ко второму, теперь ты делаешь две дела. Сток! Дядя, притормози коней! Куда такие тачки? Мне кажется, лучше уже не будет в этом раунде. Ну, сток это просто имба, ребята. Самолеты, вертолеты, понимаю. Так, что ж ты берешь-то? У тебя есть Туарег? Что, варианты есть, что ли? Да, выбирать тебе особо не стоит, потому что, ребята, эта вот ламба, она летает просто бешеными, ребята, скоростями. Ладненько, Юрец, поехали. Я, короче, разгоняюсь, потом к тебе пересяду в машину, поэтому полетели! Ну, ты где? Ну понятно. Ребят, я то, просто не побил прыгну, первым, побил втором, да? Прыгнув к себе в машину, ты все, да, перелетаешь. А слово совсем. Ну что, появляюсь? Ну. Слушай, а нет. Ну прямо, да, прямо. Чуть-чуть дальше. Одну перелетел, все, фриз вот здесь, да. Офигеть, ты, конечно, перелетел. Ема, ребят, просто. Пока две машины у Юрца, и все это, ребята, пока по баллу. Офигеть, реально, это просто имба какая-то. А можно уже мне что-нибудь хорошенькое? Вот реально, пожалуйста, рандом, выдай мне что-нибудь. Но это не считается, это GTA-шная машина. Так, первый у меня Audi R6, кузов C5, если я не ошибаюсь. Первая есть, это не считается, это не считается. И вторая есть. Muscle Car, а также Audi. Ух, у тебя... Ты, это что такое? О, это Dragster. Ну, давненько уже у нас был, вроде как. А, да? Так, ну, да, у тебя есть Ford, есть Chevrolet, а также есть Infiniti. Бери, выбирай. В итоге ты взял, получается, что Dragster, да? Я тоже взял себе, короче, Dragster. И статус с тобой на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Два нитра используем. Я просто не знаю, что за ведро такое. И полетели! Ну, я надеюсь, что буду дальше сейчас, потому что... Ну, вроде как лечу неплохо. Ну, да, ты дальше. Да, хотя как еще приземлимся? Непонятно, но... Она очень тяжелая у меня какая-то, но я просто первый раз ее увидел, поэтому захотел спрыгнуть. Все, упал, а ты упал, получается... А, ну ты всего лишь на 2 хуже. Ты всего на 2 хуже, поэтому... Поэтому, на самом деле, очень даже неплохо. Но хотя бы мой балл, ребята, я где-то перелетел, наверное, ну, может быть, 20 тарелок от силы. Ура, теперь я делаю 3 машины, ты делаешь 2, поехали. Так, это первая, Donkey Style не считается. Так, первая, ема, понимаю, что за огромная фигня. Формула-1! И третья, вот такая, ребят, тачка. Выбор непростой. Реально, ребята, выбор непростой. У тебя там получается... Что такое у тебя еще? Какой-то... А, это Феррари. Это Феррари. Ладно. Но под капотом много. Да, я возьму, ребята... Я, ребята, возьму Формулу-1. Окей, в таком случае мы готовы. Формула против Феррари. Ребята, две Феррари, кстати говоря, потому что мы тоже здесь... Это Формула Феррари. И поехали, ребята, разгоняемся. И... Полетели. Далеко, конечно, Формула не летает, но она просто быстро. Ему... Ту-ту-ру. Офигеть, ты полетел. Нормально на самом так-то. Деле, не так уже далеко, но прыжок неплохой. Я опять упал, короче, туда же получается, куда и в первом же раунде. И где же ты упал, дайте я к тебе прыгну в машину. О, хеллоу. А, я просто непривычно, потому что я сидел... А... Нормально ты улетел как бы вниз просто. Да, где, в смысле? А, понимаю. Ладно, вот машина здесь, все. А? Я ее привез, все нормально. А ты улетел где-то, может быть, да, ты где-то, наверное, 8, нет, ты где-то 90 перелетел даже, наверное. Ну, нормально, нормально. Очень улетел. Даже неплохо, да. Это 3-1, ребята, пока. Прям вообще рандом меня пока не любит. Пятый раунд, ребят, давайте просто попробуем. Я очень надеюсь на Фортуну. О, братан, не, хорошая машина, реально.
Так, у меня первая, так, неплохо на самом деле, но более-менее, в принципе. О, это что я думаю? Это, надеюсь, то, что я думаю, на самом деле. Сейчас посмотрим. Это не та, их у нас две, это не та, которая надо, серьезно. Но Мерс не так хорошо летает, как вот эта машинка. А чего у меня его не было? Ну, странности, кстати, не знаю тоже, да. Дайтона, ребята, Dodge Charger, очень классный СРТ, поехали. Но, ребят, у нас есть такие две, одна летает, другая не особо летает, но... Тебя вроде как я обгоняю, да? Даже обычная неплохая. Да, потому что тебя я обгоняю, ребят. Это самое главное, это самое важное сегодня, потому что, ну, кстати говоря, лечу так-то я, как и в прошлых раундах, на самом деле. Ну, я упал, я, получается, вот сюда, там же, где и маслкар. Ну, то есть... ну, вообще недалеко. Вообще радиста, туда же. Господи, две... На, ну, четыре тарелки. Пока все машины в одном месте у меня падают. Ну, это хотя бы 3-2, и впереди шестой раунд. Делаем тачки, так прицеп у меня там выполнен, не, разумеется, не считается. Можем что-нибудь хорошенькое. Ой-ой-ой! О, это Драгстер! Это Драгстеры реактивные, ебой, хорошо, неплохо, и вторая это Бэтмобиль. Ну, точно, ребята, не Бэтмобиль, потому что такое. Вот эта, ребята, машинка, она очень интересная. Если вы еще, ребята, ее не знаете, просто посмотрите ролик до конца, и вы реально просто обалдеете. И да, ребята, еще кое-что забыл сказать об этом по самому началу ролика. Давайте мы соберем 4000 лайков, мы собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия, в которой, ребята, я разыграю какой-то случайный ключ от игры в Стиме. Ну и, в принципе, ребята, мы готовы, поэтому, Юрий, стартуй за тобой, давай, газуй, я за тобой, ну ладно, короче, пойду я сначала, поэтому, вау, прыжок хороший, ребята, очень даже, но самое главное, пока еще не использовал. Я врезался. Ты врезался, давай, прыгай еще раз, а я, ребята, да, сейчас я наклоняю морду и еще нитру прожимаю, потому что есть дополнительная нитро этой машины, которая в воздухе активируется, это пока мой самый лучший результат за сегодня, и я падаю вот здесь, короче, вот все. Это мой пока самый лучший результат, а ты где в итоге летишь? Пока я тебе, да, если мы прыгнем с машину к Ирцу, а я тебя по радару вижу, и ты... О, нихера, ты где? Я вижу, где-то... А ты, да, ты упал явно раньше, я, ну, я вон там дальше, да, ребят, хорошо, это 3-3 получается, в всяком случае, хотя экстра балл пока твой. Ладненько, все, взяли себя в руки, все, вздохнули, выдохнули, все хорошо, сейчас, ребята, молимся на рандом, на хорошие машины, поэтому... Но не тебе самое главное, чтобы... Так, все, поехали. Первое. О, рандом. На самом деле, хорошего особо нету. Ну, у меня более-менее крузак уже не... Точнее, это Lexus и Deo... Deo... ну, это не Nexia, конечно. И вторая. Третья тоже лажа. А это не Nexia, это Roadster вроде. Deo, да. Ну, ребят, самое главное, что первая машина выпала мне хорошая. Это Lexus. Да-да-да. И это будет прикольно. А сейчас у тебя это Lotus, у меня Lexus. И стартуем с тобой на счет 3. Понял. 3. Раз, два, три. Поехали. И полетели. О май. Да, я явно дальше. И это заявочка или не заявочка, пока непонятно. Нет, не заявочка. Блин, ну это пока мой самый лучший за сегодня прыжочек. Ты без машины, понимаю. Я без машины, серьезно? Окей, ну короче, я вижу твои, но не долетел до них пока. Вот что обидно. Вот это экстра балл. Да, как бы это уже чит самый главный, ребята, чит. А вот как бы моя машина. Поэтому, в принципе, улетела я тоже хорошо. 4-3, ребята, восьмой раунд. Делаем тачки, поехали. И можно что-нибудь мне... У тебя ламба, это не та самая, которая... Вроде бы нет. Надеюсь. Нет. Нет, не та самая. Так, первая у меня Патриот, Камара и третья... Гелик. Только вроде как... Ну, не, у меня третий такой себе. Это не чит Гелик, да. Ну, ребята, испробуем его сначала. Хорошо. У тебя это очень классная Феррари. У меня, в принципе, просто неплохой Гелик. Раз, два, три, поехали. Разгоняемся и... Полетели! Ой, ты дальше. Ты просто как-то плюс сквозь меня, и ты дальше, да, я плохо, но ребята, легкий, полетел. Да, вот ты очень хорошо, давайте мы прыгнем к тебе в машину ради прикола. Ты у нас летишь, ну ты почти, ну да, реально, ребята, очень даже неплохо ты упал. И это 4-4 получается, что очень мне, ребята, пока не нравится. Ну что, ребята, мы готовы, это уже 9-й раунд, пока 4-4, вроде как ничего, но тебе экстра балл. Поэтому делаем тачки, первая это, ага, допустим, и вторая. Вау, Гели! Офигеть, братан! Понимаю. Это очень неплохо. Так у тебя Венена, самолеты. Неплохо. И Скудерия. И Скудерия. Подожди, а третья машина я не вижу. Ты третью сделал себе машину какую-нибудь? А сзади Мерс стоит, да. А, Мерс там стоит, я просто не вижу. Ладно. Ребят, ну чит Гелик это очень даже неплохо. И, короче, Рез, да, ты будешь первый, стартуй, я после тебя. Ты там два нитра юзаешь, тоже, ребят, два нитра использую. Поэтому разгоняемся и полетели. Вау! Короче, ребята, заявка. Сможем ли побить сегодня эсток или же нет?
Да, сможем. Да, запросто. Сможем. Да, 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 да. Гелик — та самая машина, которая разгоняется очень, ребята, хорошо, очень быстро. И да, это новый экстра балл. И где-то вот здесь я пересек. Все, ребята, пересек, поднимаюсь повыше. Так вот, я, короче, пока машину в воздухе фрижу. И это, ребята, 5-4, ему экстра балл. Вау, отлично. 10-й раунд. Делаем машины. Поехали. И ту-ту-ту-ту-ту. Так, у меня пока вот такая вот тачка. Что у тебя? О, у тебя лампа реально неплохая. Господи, машинка-то пингующая. Так, у тебя лампа неплохая. Плохая и Форд. Да, у меня первая есть, вторая — это не считается бандитская. Так, это ламба, неплохо. Две ламбы, видимо, что будут у нас в битве. И третья, что-нибудь хорошенькое. Можно мне хорошенькое? Фургон, понимаю. Две, ребята, очень крутые ламбы, прокачанные, заряженные, мощные. Ребята, поехали, Юрий, сиди, то прожимай. Разгоняемся и полетели. Уу! Кто будет дальше, я не знаю, потому что две реально заряженные ламбы. Ты что? Да, я дальше тебя улетаю, серьезно? И дальше? Да, да. Чего я вообще не прыгнул. Нифига себе, я прям улетел. Реально хорошо, я здесь упал, получается. Прямо разбил летающую тарелку. Кстати, я так-то упал на две лучше, чем, получается, Дракстер в позапрошлом вроде как раунде. Это, ребята, 11-й раунд. Делаем тачки. Опять-таки я делаю себе 3, поэтому так это не считается. Это GTA-шная. Первая есть. Это такая вот RX-7. Вау! Вау! Телега! Серьезно! Телега, блин! Телега? Да, телега. Видишь ее, да? Стоит на бумаге. Я забыл про неё. Да-да-да-да-да, прикольненько. И, кстати говоря, бэха, которая, кстати говоря, вроде как сейчас есть еще у Гриша Биворолда. Да, такая вот бэха у него. Ну что, мы готовы, у тебя, кстати говоря, прикольненькая машинка. Это Mafia Forever против BMW. Раз, два, три, поехали, ребята. 11-й раунд, разгоняемся. И, для бэхи неплохо. Ё-моё. Ну, мафия-то она плюс-минус летающая. Мафия реально очень летающая. Это получается, давайте пока прыгнем в машину к Юрцу, ты явно дальше, и ты прям... ты падаешь прямо около моего Дракстера, который вон там, получается, был, который пикапчик. Ты дальше перелетел. Да, дальше перелетел, но не долетел до ламбы, которая была в прошлом раунде, но очень даже неплохо. 6-5 получается, ребята, вы прикалываетесь, жестко. Ну что, мы, в принципе, готовы, ребята. Это 13-й раунд, да, ведь я правильно посчитал или какой-то? Нет, подожди, 12-й раунд, да, 12-й. Потому что у нас пока 6-5 счет. Дайте мне что-нибудь. Так, первая есть, и вторая пока нет. У меня машины, можно мне купить хорошенькую вторую, пожалуйста, хорошенькую вторую машину. Можно мне? О, Бугатти! Только это, не знаю, летающий или нет, у тебя здесь, ё-моё, ну и подбор. Ну и подбор. Такой себе, да. Да, непонятный. Ну что, мы готовы, 12-й раунд. Раз, два, три, поехали. Это R-мод против GTR. И 650 была скорость на прыжке. Кто будет дальше? Ты вроде как... Слушай, пока вроде как одинаково более-менее летим, да? Я... Или что дальше ты будешь? Тоже точку лечу. Все, я упал, все, зафризил. А, да! Ну ты что, нет, ты чуть коснулся, получается, раньше, чем я, поэтому... Ну, с той стороны. Да, поэтому это мой балл, пока мне нравится, это 7-5, хорошо. Ребята, время для, получается, уже 13-го раунда. Делаем точки, поехали. Так, у тебя там, подборочка-то реально неплохая у тебя. Так, можно мне что-нибудь первое? Первое это, Ягуар. Неплохая машинка, но не для прыжка. И вот так, блин, ребят, что выбрать, я не знаю. Видимо, плюс брать эту машину. Потому что F-Pace не летает. У тебя здесь прикольненько BMW, в принципе. Ребят, ладно, будет интересненько. Это 13-й раунд. И раз, два, три, поехали, разгоняемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так-то я почти пнул тебя. Ты прямо, да, полетел как-то? Я немножко в высоту, ты как-то вперед полетел. И это плохо, потому что я падаю. Нет, плохо. Да, плохо, ребята, это 7-6. Блин, вы понимаете, то, что да, у меня экстра балл, но пока 7-6, и надо, ребята, как-то сейчас баллы не проиграть. Все, ребята, собрались. Мы готовы. Боевой клич. Все, поехали. 14-й раунд. Нема пока. Так, можно мне? Прячь бананы. Ну да, да, да. Так, первая у меня машина есть, и вторая, да, 5. Это то? Опять Патрик, вы серьезно, блин? Это не то. Так, у меня есть Субару. Видимо, придется брать его без нитра. Сейчас от тебя здесь... Кёнигсек, серьезно? Ё-моё. Да, Кёнигсек неплох. Кёнигсек, ребята, очень хорошие против Субару. Тоже вроде как неплохая тачка, разгоняемся и... Давай, 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 ну нет.
Ну, я цепанулся сильно, ну, на самом деле, и ты полетел. У меня 700 было. Блин, было 650, я цепанулся, там упала скорость сильно. Блин, ну, вроде как неплохо, но упал я вот здесь, вот. Серьезно, прямо в клаку общую упал, а ты буквально... Ну, ты не особо тогда дальше, как бы, хотя нет, хорошо ты улетел, на самом деле, да, очень даже. Ребята, последний раунд, пока 7-7 счет, реально, что решающий последний раунд. Итак, ребята, поехали, решающий раунд. Делаем тачки, я делаю две, это Лотус, такой себе самолет, понимаю. И гелик, хорошенький гелик, три гелика, что был у меня, все разные, прикол. Я вообще ничего. Тебя ничего, да, но, слушайте, посмотрим, кто будет дальше, сейчас выигрываю я, то как бы я выиграл, если ты, то будет ничья, ну, поэтому... Дальше, да. Поэтому, ой-ой-ой, подождите-ка, он подлетает, это очень, очень не очень, поэтому можно как-то мне... Так, ну-ка, разгоняемся и полетели. Вау, ну, да. Ну, я в толпу улетел, в принципе, да. Да, ребята, это прямо, ну, очень хорошо. Кстати говоря, я прилетаю прям, ну, конкретное количество машин. И это получается 8-7. Да, ребята, 8-7. Поэтому получилось очень даже неплохо. Ну что, ребята, получилось интересненько. Поэтому ставьте лайки, если вам понравился этот ролик. И, ребята, опять-таки, напоминаю, собираем, ребята, 4000 лайков. Выходит новенькая серия, и в этой серии, ребята, я разыграю какой-то случайный ключ от игры в Steam. Поэтому все, ребята, в ваших руках. Ну, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.